полузащитник Орловского государственного университета Егор Очкин. Егор, ну, с победой команда удивила ли чем-то кубанская? Или знали, разбирали, готовились? Нет, ничем не удивило. Мы играли просто свою игру, через пас все пытались выходить. И ведь все сложилось 3-0. Короткий комментарий. По игре как тебе со стороны? Что понравилось, что не понравилось? Как действовали твои партнеры? Все отлично. Я же говорю, мы играли сегодня через пас. Лучше, чем вчера, намного. Поэтому такой результат. Сильным соперником. Завтра Крым. Завтра Крымский федеральный университет. Несколько сезонов подряд команда является вашим любимым, в кавычках, соперником. Не можем их обыграть и проигрываем всегда с одним счетом. Как готовиться будем? Что говорить друг другу вы будете? Не тренер вам, а вы друг другу что скажете сегодня? То же самое, что и говорили перед этой игрой. Что говорили? Приехать с хорошим настроением, уехать также с хорошим настроением. Спасибо.